В этом видео мы рассмотрим 10 секретов пользы воды с лимоном, как ее правильно готовить и пить, чтобы не навредить здоровью. Как всегда, самое интересное будет в конце ролика. Подпишитесь на канал, чтобы не потерять это полезное видео, и мы начнем. Лимонная вода – это любая питьевая вода, смешанная с соком свежего лимона. Она стала популярным утренним напитком, поскольку многие знаменитости и медицинские эксперты пропагандируют преимущества ее употребления и утверждают, что она повышает уровень энергии, улучшает метаболизм и полезна для почек. Есть несколько научно подтвержденных причин пить ее регулярно, и они могут убедить вас изменить свой питьевой режим. Теперь давайте рассмотрим 10 секретов воды с лимоном, чтобы понять, почему она может быть великолепным выбором для укрепления вашего здоровья. Секрет номер один. Предотвращает образование камней в почках. Если защита от мочекаменной болезни кажется вам не таким уж важным преимуществом, значит, вы никогда не сталкивались с очень серьезной проблемой. Лимоны содержат цитрат, который предупреждает накопление кальция, препятствует его связыванию с другими соединениями и образованию конкрементов. Эти цитрусовые намного эффективнее апельсинов и отлично профилактируют образование камней в почках. Секрет номер два. Улучшает общее состояние зубов и освежает дыхание. Лимонная кислота может помочь в борьбе с бактериями в полости рта, что способствует улучшению здоровья десен и предотвращению зубного налета. Рекомендация натереть руки или поверхность лимоном, чтобы избавиться от запаха чеснока, выручала многих. Это народное средство можно адаптировать для нейтрализации неприятного запаха изо рта, галитоза, вызванного употреблением лука, чеснока, рыбы и некоторых других продуктов. Считается, что лимон стимулирует слюноотделение, а вода предотвращает сухость во рту, за счет чего уменьшает накопление бактерий. Секрет номер три. Детоксикация организма. Вода с лимоном активирует работу почек и помогает выводить токсины из организма. Лимон стимулирует мочевыводящую систему, способствуя естественному процессу детоксикации. Хотя еда и напитки не влияют на кислотность крови, клеток тела, сторонники щелочной диеты все же считают, что лимонная вода нормализует кислотно-щелочной баланс, подщелачивает организм. Исследователи не верят в этот эффект, зато не сомневаются в том, что она обладает легким мочегонным действием и таким образом помогает выводить вредные, токсичные вещества с мочой. Стакан напитка принесет большую пользу здоровью, если накануне вы съели много мяса или жирных, быстроуглеводных продуктов. Секрет номер четыре. Помощь при похудении. Этот напиток может быть полезным в процессе снижения веса. Лимон содержит пектин, который помогает контролировать аппетит и уровень сахара в крови, что способствует снижению веса. Секрет номер пять. Укрепляет иммунитет и препятствует онкологии. Лимон является отличным источником витамина С, который играет ключевую роль в укреплении иммунитета и защите от различных инфекций. Регулярное употребление воды с лимоном помогает поддерживать уровень этого важного витамина в организме. Антиоксиданты лимона, без побочных эффектов, уменьшают окислительный стресс, ведут борьбу со свободными радикалами и онкологиями. Секрет номер шесть. Усиливает выработку коллагена и улучшает состояние кожи. Витамин С не только поддерживает иммунную систему, но и способствует выработке нитевидного протеина коллагена. Антиоксиданты лимона помогают бороться с свободными радикалами, способствуя замедлению процессов старения кожи. Регулярное употребление воды с лимоном способствует здоровью кожи и придает ей сияние. Секрет номер семь. Регулирование уровня pH и улучшение пищеварения. Вода с лимоном помогает поддерживать баланс кислотности и щелочности в организме. Это важно для поддержания здоровья клеток и органов. Кислотность лимона помогает стимулировать пищеварительные соки, что в свою очередь способствует лучшему перевариванию пищи. Это может помочь в снижении вздутия, избавлении от неудобств после еды и поддержании здоровой функции желудочно-кишечного тракта. Секрет номер восемь.
защита суставов и борьба с воспалениями. Антиоксиданты лимона имеют противовоспалительные свойства, что может помочь снизить уровень воспаления в организме. Это особенно важно для поддержания здоровья суставов и предотвращения хронических заболеваний. Секрет номер 9. Профилактика мочевыводящих инфекций. Лимон обладает антимикробными свойствами, которые могут помочь в профилактике мочевыводящих инфекций. Регулярное употребление воды с лимоном способствует созданию неблагоприятной среды для размножения бактерий. Секрет номер 10. Повышение энергии и настроения. Вода с лимоном может дать заряд энергии благодаря влиянию витамина С на синтез норадреналина, важного химического вещества, отвечающего за хорошее настроение и повышение энергии. Теперь рассмотрим опасность, вред и противопоказания воды с лимоном. Хотя напиток считается безопасным для употребления, следует помнить о его возможных побочных эффектах. Вот несколько важных пунктов. При злоупотреблении вызывает чувство жжения в желудке, ухудшает симптомы кислотного рефлюкса и изжоги. Обладает мочегонным эффектом. Высокая концентрация лимонной кислоты разрушает зубную эмаль, поэтому безопаснее пить целебный эликсир через трубочку и после этого полоскать рот. Чтобы столкнуться с одной из проблем, нужно выпить много подкисленного напитка. Употребляйте его осторожно и умеренно, чтобы получать только пользу без вреда для здоровья. Сколько лимонной воды безопасно пить? Конкретное количество лимонной воды, безопасное для употребления, может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, пол, здоровье, физическая активность и индивидуальные потребности. Однако, как общее руководство, многие эксперты рекомендуют следующее. Количество лимонного сока. Использование половины лимона в стакане воды, около 1-2 столовых ложек сока, обычно считается безопасным. Количество воды. Стандартный стакан воды содержит около 8 унций или примерно 240 мл. Поэтому стандартное количество лимонной воды составит около 16-32 унций, 500-1000 мл в день. Распределение в течение дня. Рекомендуется употреблять лимонную воду равномерно в течение дня, а не в больших количествах за один раз. Эти рекомендации могут служить отправной точкой, но важно помнить, что индивидуальные потребности могут различаться. В некоторых случаях, например, при наличии проблем с почками или желудком, количество лимонной воды может потребоваться ограничивать. Как правильно пить воду с лимоном? Пункт 1. Не пейте воду с лимоном с самого утра на голодный желудок. Утренний прием воды с лимоном вреден во время голодания, так как может обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в первую очередь гастрит и язву желудка. Используйте свежевыжатый сок лимона, чтобы получить максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Избегайте использования искусственных сиропов или лимонных концентратов, так как они могут содержать добавленный сахар и лишние добавки. Пункт 2. Теплая вода. Попробуйте пить теплую воду с лимоном. Теплая вода помогает активировать систему пищеварения, стимулируя естественное переваривание пищи и улучшая общую работу желудочно-кишечного тракта. Пункт 3. Не сразу после еды. Избегайте употребления воды с лимоном сразу после еды. Вода может разбавить желудочные соки, затрудняя процесс пищеварения. Лучше употреблять ее за 15-30 минут до приема пищи или через 1 час после. Пункт 4. Защитите эмаль зубов. Лимонная кислота при ежедневном употреблении может оказать серьезное воздействие на эмаль и разрушить ее, что приведет к кариесу и потере зубов. Чтобы этого не произошло, рекомендуется пить через соломинку и полоскать рот простой водой. После употребления воды с лимоном промывайте рот водой или используйте солевой раствор, чтобы минимизировать воздействие кислоты лимона на эмаль зубов и предотвратить их разрушение. Пункт 5. Постепенно увеличивайте концентрацию. Если вы только начинаете включать воду с лимоном в свой рацион,
начните с более низкой концентрации лимона и постепенно увеличивайте, чтобы организм мог привыкнуть к изменениям. Пункт 6. Регулярность важна. Чтобы почувствовать реальные преимущества, употребляйте воду с лимоном регулярно. Это поможет вам поддерживать уровень витамина С и других питательных веществ на оптимальном уровне. Пункт 7. Экспериментируйте с добавками. Разнообразьте воду с лимоном, добавляя другие полезные ингредиенты, такие как мед или имбирь. Это придаст напитку не только вкус, но и дополнительные полезные свойства. Пункт 8. Учитывайте свои ощущения. Внимательно слушайте свое тело и реагируйте на его реакции. Если у вас есть чувствительность к кислоте, возможно, надо уменьшить концентрацию лимона. Пункт 9. Не переусердствуйте. Как и во всем, умеренность важна. Не употребляйте слишком много воды с лимоном, чтобы избежать избытка кислоты в организме. Следите за уровнем pH. Лимон – один из самых сильных аллергенов. Однако, около 95% пищевых аллергических реакций являются псевдоаллергическими. Если после употребления лимона у вас появится сыпь, это может указывать на проблемы с микробиомом и усвоением пищи. В таких случаях важно обратиться за помощью к профессионалу. При возникновении чихания, крапивницы или других аллергических реакций крайне важно немедленно прекратить употребление лимона и ни при каких обстоятельствах не использовать его, поскольку это может ухудшить ситуацию. Если у вас есть медицинские проблемы или вопросы по поводу включения воды с лимоном в ваш рацион, всегда лучше проконсультироваться с врачом. Пункт 10. И, наконец, пожалуй, самый важный пункт. Не рекомендуется хранить лимоны в холодильнике и готовить из них лимонад, так как это может быть небезопасным вариантом. Категорически запрещено употребление ледяной воды. Если вы оказались в ситуации, когда вам необходимо выпить холодную воду, подержите ее некоторое время во рту, чтобы нагреть хотя бы до комнатной температуры. Это необходимо для снижения ферментативной активности в наших органах и системах. Если вода не была должным образом очищена, она может стать питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, употребление холодной воды без нагревания может привести к недостаточному усвоению питательных веществ. Однако есть одно исключение: если вы чувствуете сильный голод, стакан прохладной воды может временно подавить чувство голода за счет постферментативной активности. Как правильно приготовить лимонную воду, рецепт, ингредиенты и пропорции. Для приготовления напитка надо запастись лимонами, чтобы выжимать из них свежий сок или нарезать на дольки, которые потом можно бросать в стакан или бутылку. Если не хотите каждый день тратить время на приготовление напитка, заморозьте свежевыжатый сок в лотке для кубиков льда, и у вас всегда будет под рукой полезный концентрат. Во время готовки старайтесь использовать теплую жидкость, так как в горячей теряются полифенолы и остальные питательные вещества, содержащиеся в мякоти и кожуре. Вот простой и быстрый рецепт приготовления лимонной воды. Сок половины лимона в количестве 1-2 столовых ложки и 250 мл чистой, желательно кипяченой, остуженной воды. По желанию, мед, имбирь, листья мяты, корица или куркума. Интересные факты о воде с лимоном. В средние века английские моряки обнаружили, что употребление лимонов помогает предотвратить цингу, заболевание, вызванное дефицитом витамина С. Витамин С имеет решающее значение для синтеза коллагена, протеина, который необходим для структуры нашего тела и кожи. Цинга приводит к выпадению зубов и другим тяжелым последствиям из-за недостатка коллагеновых волокон. Лимоны были основным источником витамина С для моряков, и им давали 2 лимона в день для борьбы с цингой. Надо отметить, что моряки в целом питались плохо, поэтому добавление лимонов было жизненно важным. Именно поэтому английских моряков часто называли лимонграссами из-за постоянно исходящего от них аромата лимонов. Вывод. Добавление воды с лимоном в рацион – это простой и вкусный способ укрепить ваше здоровье.
помните, что всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и посмотрите эти полезные видео. Ждем ваши комментарии.